Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и сегодня мы с вами познакомимся с новинкой от Oriflame Giordani Gold Essenza Sensuale. Переводится как чувственная сущность. Для меня аромат – это не помада. Помаду нанес на губы, виден цвет. Аромат его нанес, и его не видно. Но зато он влияет на наше подсознание, влияет на наше настроение, влияет на то, как нас воспринимают окружающие. Поэтому для меня всегда важно, чтобы я знала и понимала, и в принципе ощущала, какой же образ создаст тот или иной аромат. И вот это чувственность. Наверное, каждая девочка знает, когда бывает... Ну вот нет ощущения чувственности. Наоборот, есть деловитость, важность, все по делу, все конкретно. А бывает чувственное настроение, когда хочется одеть кружевное белье, чулочки. И вообще внутри вот эта перчинка вдруг начинает звенеть. В общем, наверное, да не наверное, я думаю, каждая девочка знает это ощущение. И, конечно же, ежедневный аромат для такого состояния не подходит. Нужен чувственный. Вот когда ваша сущность чувствует, что вот как раз этот день настал, а может быть повод этот настал, то как раз вам и подойдет эта парфюмерная вода. Компания ее называет парфюмерной, хотя по факту, как сказала продуктивист компании Oriflame, и я с ней согласна абсолютно, вот прям на все 200% из 100, это духи. Они, во-первых, имеют пипеточку, с помощью которой мы наносим эти духи на кожу. И капля аромата попадает на кожу и звучит очень долго. Духи, парфюмерная вода, туалетная ли вода, все зависит от того, какое количество парфюмерных масел в этом аромате. Я посмотрела, девочки, взяла туалетные воды, посмотрела. На первом месте находится спирт, на втором вода и аж на третьем парфюмерная композиция. Если взять парфюмерную воду, например, такую стойкую, как Позес, то парфюмерная композиция находится также на третьем месте. То есть имеет значение, видать, ее концентрация. И из чего, собственно говоря, она состоит? Цитрусовые масла держатся меньше, жасмин держится дольше. Но в этой парфюмерной воде парфюмерная композиция на втором месте. А это значит, что состав такой же, как в духах. А для того, чтобы все-таки проверить, духи это или нет, необходимо взять хлопковую ткань, нанести капельку духов и посмотреть, как долго будет держаться аромат. Если это духи, то он держаться будет 30 часов минимум. Я нанесла аромат на это полотенечко, положила на диван. Сажусь каждый день на протяжении, сейчас я вам скажу, скольки дней. В субботу вечером я нанесла в часов 9 вечера. В воскресенье, первый день, понедельник, вторник, среда, и сейчас у нас 5 часов вечера, четверг. И эта салфеточка, это полотенечко еще пахнет практически четверо суток. Однозначно, это духи, и то, что вы будете благоухать долго, это вот однозначно факт. Тип аромата цветочный, верхние ноты черная смородина, бергамот, горденья. Ноты сердца – тубероза, гелиотроп, флер д'оранж. И флер д'оранж не простой, а особенный, запатентованный, созданный по особой технологии, с особой качественной очисткой. И, соответственно, он звучит максимально натурально и максимально долго. Базовые ноты – бурбонская, ваниль, сандал и древесные ноты. Как по мне, он звучит немножечко мягче, чем наша Giordani Gold Essenza, классическая версия. И мне кажется, что это как раз происходит благодаря ванили. Я с ним подружилась, мне он прям, ну так хорошо зашел. Минус в этом аромате то, что это лимитка, это ограниченный выпуск к празднику. И если вы любите аромат Giordani Gold Essenza, девочки, не теряйте возможность. Тем более сейчас в этом каталоге шикарное предложение, если вы берете пару и Giordani Gold Essenza парфюмерную воду,
и духи Giordani Gold Essenza Sensuale. Этот аромат для Oriflame, ну и для нас с вами, девочки, создала парфюмер Дора Багриш. Она также создавала ароматы для Versace, Kenzo, Chanel, для Oriflame. Например, она создала мой любимый аромат, один из любимых, Poses, стойкий. Кстати говоря, тоже чувственный. Создавала этот аромат она не одна, а в сотрудничестве с парфюмером Дафна Бюже. И у них уже не первый случай сотрудничества. Poses, S8 Icon они создавали вместе. Помимо чувственного аромата, в этом парфюме очень необычный способ нанесения. Крышечка выкручивается, и вы видите пипетку. Этой пипеткой, наполненной духами, вы прикасаетесь к коже, на зоны пульса. Духи остались на коже, и сразу же зазвучал аромат. Действительно, магическое ощущение. Вот я наношу, и пробуждается чувственность. Причем и от ритуала, когда вы прикасаетесь к шее, да, и духи потекли, тая на вашей коже. И сам аромат, девочки, это что-то божественное. Это настолько приятный процесс, хочется его повторять и повторять. Кстати говоря, для духов это очень и очень привлекательная цена. Но опять же, спешите, это лимитка, ограниченный выпуск. И если вы ищете духи, которые бы создавали вам чувственный образ, которые бы вас радовали и украшали ваш туалетный столик, то обратите внимание на них. Ну и благодарю, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока.